Где? Где? Проходите, там будете объясняться. Я понял, правильно. Ты что, уходишь? А? А что твоих нету, этих братьев? Только Ваня. Мистер здесь? Ваня нет. А Ваня? Ваня нету? Ага. Они же дежурят. Ваня поехал в Павловск. Мистер здесь. Она убегает. Нет. Что дело? Что вы там шептались, стояли с Василисой долго очень? Ну, вы скажите, пускай договариваются на перепутье. Если нет, то нет. Что там говорите? Зачем? А то так долго, вон, стоите, что-то обсуждаете прям при мне. Я уже даже хотел подключиться, спросить, что такое случилось. Война? Ну, знает же уже, что ну даже шепотом нельзя разговаривать. Ну, понятно, кому-то петь надо, но там хватает. Туда никто не ходит уже, братья. Это хорошо, нормально, сядь. Интересно, это, у них, видать, какой-то связь какая-то отсутствует логическая. Она уже ну, лет 20 в общине, я заметил. И у нее нету связи, чтобы это что-то идет постоянно. Она не понимает этого. Что вот эти батюшка приносит, там тоже, когда читают, она в удивлении стоит, я говорю, у тебя тут нету этого просто, нету. Она постоянно удивляется, я постоянно ей объясняю, у тебя тут этого не написано. Почему? Там написано тропарь, ты покажи, она поймет. Она не понимает. Понимает, нет. Я ей показываю. Не понимает. Не надо. Она не понимает, вы ей просто показывали, но до конца не объяснялись. Ну, объясняться я не объясняла. Я ей пишу, когда что-то она начинает глаза, я пишу, сегодня прославление таких-то святых. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде ты, и вся исполняй, сокровище благих, и жизнеподателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
Молитвами Пречистой Матери всех святых, благослови нас, Господи. Будь милостив к нам. Тебе слава веки и веков. Аминь. Аминь. По неделе у нас праздник крещения Господня или Богоявления. Значит, в субботу утром я приезжаю, вечером буду. Опять, если накануне потеряет крещение воды, а в субботу утром будет служба, и здесь после литургии будет освящение воды. В субботу утром. Вот, ну, потом в субботу и в воскресенье я буду здесь. Ко мне какие вопросы? Ну, расскажите, как потерять Пасху. Да вы все видели, все знаете. Видели? Я не помню. Прошло как прошло. Ну, мы молились ночью было, после разошлись. Потом утром в 10 часов был молебен. И после молебна трапеза, а потом концерт был. А после пошли там уже на горке кататься, горка у нас где-то 100 метров длиной была. Как раз я размерил 3 раза длиннее вашей. Длиннее нашей, да? Да, 3 раза. То есть, как вот начиная сверху, где пруд возле старого дома-то нашего, и через весь пруд от одного берега до другого берега. Следующий год серпантин тут не сделали. Не каталась только Серафима и матушка моя, только не катались, а так все катались. Вы тоже катались? Конечно, хуже, все встали. Вот брат-свидетель. Брат катался. А брат катался? Да, только так. Что делать там? Дальше всех почти ездил. Почему? А там, говорит, при скорости также важно вес, груз. Дальше не все. Поэтому я никак не мог дальше его проехать. Молодец, ну, вот все победил. Вот. Да. Что там? Концерт вы посмотрите, видели там. Ну, хорошо так приготовили, там оценка была, и песнопения были, стихи рассказывали там. Ну, в основном, кто были-то все, считай, студенты больше, это наших-то там, один Исаак, Степа, да, Варлаам там. Ну, сделали сценку, как волхвы идут, волхвами были, значит, Варлаам, Назарий и... А, нет, Степа, Варлаам и Назарий, я хотел сказать, и Тихий, и Тихий еще не участвовал. Ну, вот так. А кто там еще? Тихон был этот, Давыдов. Вот, там какая-то сценка была, там они как напали разбойники, на него как разбойник там напал. Потом. Хорошо напал? Ага, хорошо, естественно, говорит, сыграл. Естественно, прожил. Ну, вот так вот и было. В среду у нас было, мы вечером акафист, благодарственный акафист там был, молебен. Ну и все, ну а дальше как? Дальше все там личное, что в гости друг к другу, кто приглашали, там Алексей в новый дом приглашал всех на трапезу, но еще не освещал, а так он уже готовый? Зашел за Новым годом. Уже там... До Нового года зашел? Да, до Нового года зашел. Зашел, там еще много недоделок внутри, но уже там они ночуют. Спят пока на полу, все там на полу, на русской печи спят, у него русская печь хорошая, ничего себе, значит, грибы пекут в печь. У него по полметра эти. Ну, так, не врём, ну, остальное все. Так, мне просто тепло. Так, еще что, какие вопросы? Я сейчас еду попроведать больную нашу. Тетю Любу Минаеву. Ей операцию сделали в пятницу. Какая операция была у нее? Удаление желчного пузыря с камнями. Во как. Холецистектомия называется. Камни большие были, нет? Не знаю, я ж не был на операции. Лежал. Я помню, у нас одному священнику, отцу Ильи, вот он уже был, как такой, лет 60, делали операцию, откуда не знаю, и он показывает, за камень ему дали. Вот примерно вот такой величины. Каменяка такой? Да, вот такой примерно. И он его показывал нам всем, приносил. Это вы показываете на кончике пальца или вот так же? Нет, ну вот, внутри. Ничего себе. Перепелиное яйцо. Внутри. Побольше. Побольше перепелино, побольше перепелиное яйцо. Побольше не будет. То есть мелкое, как бывает, куриное мелкое, вот прямо такое. Но он как так вот остренький, он так вот был, вот такой вот. Вот такой остренький, вот такой прямо. Это в желчи? Я не знаю где. Не могу сказать, наверное, желчном пузыре. Желчном пузыре. А ну, он может быть и в протоках, и в самой печени, может быть. Мочевом.
Ну вот так вот. Гусиное как это так, такой камень, там как это образовался? Это как организация. Ну да. Ну вот так вот. Такое. Да. Значит, что, я давно не вижу Лену Сокольскую. Валера, нет ее, Валера? Я здесь. Что? Говори. Ну там трудная ситуация. Я в смысле, что трудная? Ну то есть она не ходит и сказать не может, даже мне не говорит, что почему. Ну понимаете, у нас ведь мы никого сюда селом нет, Игнатий что-то говорит, что мы сразу было, что никого не тянуть селом, что давайте к нам, приходите, приходите, нет. Приходим все добровольно, приходили, есть даже фотографии у нас, какие при крещении, какая видно, что на лице у нее какая была радость, светилась. То есть что-то доброе было за это время, что здесь. Ну, пришло время, что что-то нет. Ну, можно было по-хорошему попрощаться, братья и сестры. Пришла я поблагодарить за все, что здесь было. И, ну, сложились так какая-то там обстоятельства, что я не могу быть в этой общине. Но мы никого не держим, понимаете? Ну, можно так-то сделать. А у нас так бывает, были-были, еще вот она вот где-то Третьяковы были. Ушли как будто вот, понимаешь, мне это непонятно. Ну было что-то доброе, ну поблагодарил за доброе, сказал, что простите меня, братья, кого и чем это, ну и с миром идите, не забывайте меня в моих молитвах, мне очень тяжело, а это нет ничего и все, как это так? Мне еще непонятно такое, что есть родители и дети еще несовершеннолетние, смотри, детей нет, что, они хотят в храм идти. Как это так? Я не могу это представить. Вот представьте, я дома, мать бы и пошла, и я бы оставила, я не хочу идти. Да я не знаю, как бы. Но мать бы первым делом сказала, я скажу отцу. Понимаете? Что, как? Мы росли, у нас не было, ни Евангелия не было. Мы не знали, я первый раз церковь увидел в 16 лет. О, какое красивое здание, надо же, это что ж там такое-то? Покровский собор, я первый раз в 16 лет увидел. А где увидишь? Телевизоров не было. В букваре церковь не рисовали, как сейчас. В деревне не было, не молились? Нет. Церкви было только три церкви на весь Алтайский край. В Бийске, в Барнауле, в Рубцовске. Все. А в Барнауле у нас только стали мы ездить с 54 года в Барнаул, 55-го, когда жили на дорогу, по этого никто не знал, что в Барнаул ездит. Кто? На чем поедешь? Пешком не пойдешь. 150. Понимаете? И мать учила страхом Божьим. На этом зиждилась. Сынок, будешь это делать? Не будешь молиться? Бог за это будет наказывать тебя. Там по-своему говорили, как бабушка. Будут, говорит, на сковородке жарить там. Горячие, говорит, клюкой будут тебя, говорит, жарить по спине там и прочее. Понимаете, как было? И это уберегало от многого. Ну скажите детям, нет, не понимает этого, скажите, что ты не хочешь, но будущность ждет тебя. А я долго буду, долго не будем жить. Вы слышали трагедию в Магнитогорске? Да. Люди спали, спали мирно, перед Новым годом. У всех было заготовлено что-то встречать Новый год. Шампанское стояло в холодильнике. Оливье было сделано, селедка под шубой. Все готово. И вдруг хлопок. 39 человек, трупов только достали из завалов. 15, что ли, человек только в больнице еще там находятся. Ну, а ведь среди тех погибших-то ведь не все по 90 лет у них. Понимаете? Да, наверное, никого там нет. Никого нет. Поэтому нельзя так. Студенты вышли из института, стоят на автобусной остановке. Ждут автобуса. И вдруг в толпу врезается грузовик. И что? 8 сразу студенток насмерть. И еще с десяток раненых. Ну, представьте, стоят, они стоят, смеются, разговаривают, все молодые. Все впереди еще. Успею я еще. Буду старая, тогда буду ходить в храм. И все. И нет ничего. Понимаете как? Не надо надеяться, что я что-то сделаю. Сегодня, ныне день наш, ныне день спасения. Вот наш сегодняшний день, это наш день. Вчерашний уже не наш. Он вечности. Что мы прожили, что записано в книге жизни, то там и есть. Завтрашний день не наш.
запомните, сестры, он не наш завтрашний день. Может быть, кто-то из нас до завтрашнего дня уже не доживет. Аминь. Ну, понимаете, как? Оно так все складывается. Едут в поезде, сидят, все нормально, кажется. И вдруг взрыв, погибают люди в самолете. Да где угодно это может быть. Даже там, дома. Но еду я на граблях грести, сено поехал. И вдруг что-то под колесо попало, тряхнуло, я упадаю, и конь понес, а я в граблях переворачиваюсь вот так вот. Конный грабля. Да благо, что там он зацепился колесом за угловой столбик, где пруд огороженный у нас. И грабли перевернулись, и я вылетел из-под граблей. Только была рубаха на спине разорвана, ну и шишечка сейчас осталась у меня на голове вот так вот. На память. На память. Представьте, и он понес через всю деревню, вокруг то кладбище, и там только за березы зацепился где-то кольцом, грабли разбил там, ну и там уже поехали Дима, Игорь там на мотоцикле. Вот и все. Сколько таких случаев было. Я-то думаю, я согребу сейчас сено, потом это скопним, все это будет, прекрасно будет. Но в детстве было, мать ухаживала, не знаю, как-то почему-то за кобылой. Была у нас кобыла возле дома с жеребенком, маленький жеребеночек. И кормили, это, она что-то хромала кобыла. И вот, и возле дома она привязана. Ну, я не знаю, сколько мне было, лет 7. Я подошел к жеребенку, жеребенка так это, по задней холке, похлопал его, все. Он мне как легнул под дых, и я упал. Выбежали там кто-то, увидели как-то, мать выбежала, что там, не знаю, что, отдышался. Да. Понимаете, какая жизнь-то она идет. Я, наверное, умру, мне отпевать уже не надо. Меня в детстве отпели уже. Года два было, я заболел. Так что уже положили, говорит, под святые, мать, под святые, это, ну, где вот у нас были иконки в углу, туда ставили, и уже все, бабушка, призвали бабушек, они уже все, чизовать. На исход души прочитали, вот, все уже, там поднесут перышко, есть, нет, воздух, выходит, живой или же не живой. Все. И ну, что-то внутри ну, непонятно, да? А что, тогда что, врачи, тогда было две болезни, лихоманка и сибирка. Что такое? Отгадай, что такое? Не знаю. Сибирка это, наверное, две болезни. Чем, говорит? Да лихоманка, говорит, его унесла. Это температура, наверное. Вот лихоманка, какая-то старуха там с этим сказала. Лихоманка. Вот и все. А кто? Врачей не было. Куда ехать? Ничего не было. Была там какой-то фельдшер. Ну, могла она перевязать что-то. А дальше-то что? Ничего. У нас два брата маленьких умерли по годику. Который был перед Игнатием, Ди, звали его Ди. И с 56-го года Дмитрий, тоже годик был, умер. Вот. Так у нас было 12, а так 10 осталось. Понимаете, жизнь очень коротка. Поэтому не надо так небрежно с ней относиться. Ну были, что-то не по, ну поблагодарите, попрощайтесь по-хорошему. И с Богом идите. Мы никого не удержим селом. Никого не сказать, говорят, ох, у них тоталитарная секта, там это что-то там, все пишут. Да. Да, пусть брешут. Что угодно. Но этого нет. Ну скажите, было же что-то здесь хорошее. Это было? Было ведь. Крещение. Спросите, даже было, не отказывается. Да и крещение, и так, и имели какую-то радость, духовную радость имели. Вот, ничем не обделены были. И вдруг так как-то уйти, как вот. Скажите, у нас так говорили, уж не здесь говорить, как говорит, ушел, говорит, не до свидания, не насрать, говорит. Ага. Ну так говорили в деревне. Вот так говорили. Это естественно, это ничего здесь не было плохого, так говорит. Вот были, так говорит, ушла, говорит, не. И все. Ну. Да вон, Валера. Валера. Батюшка, прошедшим летом, Лена еще когда ходила, где-то, наверное, в июне, да. Она однажды встала. Да. А вот это и речь ее была как бы прощальной. Да, да, странно. И никто не понял. Никто. Даже Надя спросила, ты прощаешься, что ли? То есть, вот даже когда она тогда встала и начала благодарность говорить, да. Она, кстати, сказала это по поводу того, что она в общине уже 12 лет. То есть, она в 6-м году пришла. Ну, поняли-то, что она как бы благодарит, что да, она в общине 12 лет. Ну, и будет еще 12 лет. Подумали, как будто прощается, но она не сказала, что это прощается. Правда, да. И вот эта вот непонятка так и осталась. И я и до сих пор не могу из нее выжить, ну, ни слова.
Да вы что? Вот так мы... Но напомните, скажите, батюшка говорил сегодня так и так, напомни. Все-таки это так, ну это не по-каковски говорится, не по-человечески, не никак. Нельзя так делать. Ну нельзя. Душа в сомнении. Ну. Она одно время говорила, что еще придет, да, Валера? Да. Одно время говорила, что придет, а теперь совсем. Надежда Васильевна пообещала по телефону. Ну нет, нет. Ладно. Все, теперь с детьми. Ну как это можно? Я не могу. Просто дети несовершеннолетние, еще на попечение родителей. И это... Даже в канонах есть, что если... допустим, дочь думает выходить замуж, но она еще находится на попечении родителей, то без благословения родителей священник не имеет права ее венчать. Должен спросить родителей, если родители согласны. Почему? Потому что она еще находится под покровительством родителей. Если она уже работает там ушла, тогда может быть и не нужно благословение, если она не желает этого, то может священник. Вот. А это так. Вот. У Кули воспаление легких, она поэтому дома болеет. Ну, болеет и болеет одно, это болеет одно другое. Можно подумать, у тебя не было другого. Времени, за это время уже сколько не ходит, там не только легкие должны были уже отпасть, если воспаление легких. Ну, они серьезно, врач поставил, они же ключи. Ну, я говорю, что это ясно, что не о том речь. Как-то, ну поговорите, нет, не понимает любви Божией. Представьте перед глазами уже, как говорится, наказание Божие, что будет это впереди. Вот. Нельзя этим никак пренебрегать. Иоанн Златоуст говорит, если говорит, нас говорит, не останавливает милость Божия и любовь, ну, я, говорит, привожу вам вечные муки. И везде это, и в Священном Писании, говорит, у святых отцов это приводится. Поэтому как-то надо так это ставить. Она ничего-то вроде не понимает. Сегодня не понимает, завтра поймет. Вот. А если совсем ничего нет, не посеяно ничего, то ничего никогда не взойдет. Ничего не будет. Так, ну все, нет никаких больше, нет ничего. То я, что? Надежда Васильевна просит помолиться. Она сильно заболела. И прощения у всех. Вот так вот. Ну, сходите все, попрощайтесь с ней тогда. Все. Судя по интонации, прощаюсь. А? Что, я? 19 января. Какой через две недели? Сегодня какое? Сегодня 13. Вы прям хотите святки и святки, да? 14 января. Вот я вам есть все говорю, вы помолитесь, поблагодарите Бога. 14 января исполняется 41 год. Как меня посвятили в дьяконы. А 3 февраля будет 40 лет, как посвятили священника. 3 февраля. Вот. 40 лет будет. Вот так вот. Я думал пригласить владыку еще, но не знаю как. А что, не хватит места? Или... Места не хватит, за столом не хватит места. Многовато будет. Да у нас что, подвинемся? Но потом поговорим, сестры, как это сделать лучше будет. Значит. Вот так вот. Такие две даты у меня в этом году. Значит. 14 января 41 год. У меня в этот день. Только он был воскресным, кажется, днем. Не помню даже. 40 это много. 41 год. Как это было в 78 году в Тобольске. Меня посвятил дикана. Вот и я год с небольшим был. А 3 февраля 79 года я был посвящен священником. И меня рукополагал епископ дома в домашней церкви. Домашняя церковь совсем маленькая, у него там престол вплотную к стене, то есть вокруг престола нельзя пройти, то есть там совсем маленькая была. Утром рано, где-то 4:30, наверное, служба началась, то есть как бы тайнообразующая. На службе были только вот один, значит, священник, протодиакон. Вот, Анатолий, он еще живой, это он родной дядька владыки Максима, был Дмитрий, он сейчас живой, как-то мне звонил он на днях, вот еще, он где-то с 37 года, вот. И на службе там три монахини было, пели, которые, все, больше никого, ни одного человека не было,
А потом он уже перед фактом совершившимся поставил, видать, в известность там уполномоченного. Вот, и тогда как-то так. Но уполномочен, чтобы в Омске мне не служить. Где-то так. Но я всегда так служил. По-разному там. Да. Только не в Омске, чтобы не было. Ну, вот так вот было такое. Это в 79-м году было. Сейчас нет и уполномоченных, никого нет. Кому расскажешь, другие свидетели даже не знают, что такое уполномоченный. А тогда не имел... Он не имел права без уполномоченного рукополагать. Он должен сначала уполномоченно договориться, тот проверит характеристику, кто были мои дед, там прадед, кто родные где, какие, нет ли каких братьев и диссидентов, да. Вот, порочащих советский государственный строй, вот, нет ли таких. А тогда только могли, согласен или нет, ты там доносить на других, чтобы всех сотничать еще. Это да. Получается уполномоченная компартия. Он от Совета министров, но обычно, как правило, кого я знаю, уполномоченные всегда были бывшие сотрудники КГБ в отставке. Вот в Тюмени был Михаил Иванович Третьяков, генерал-майор КГБ. В отставке уже. Он в отставке, он там, они быстро на пенсию уходят. У них год за 3 года считается там. Они тяжело, поэтому, потому что они быстро. Смотреть, как курсятся люди. У меня в Москве племянник старшего брата, сын. Вот он после армии там в этой там забывали в училище, и он там служил, он ушел, по-моему, 36 лет уже на пенсию. Ага. Вот так вот. Где-то еще 40 лет не было. Если раньше не достали, с ума сходит. Так, ну все, я поехал. Стоп, а вот помните, когда было в 99-м году, вам праздновали тут тоже 20 лет, то вы приглашали всех, кого вы крестили, тех, кто ушли из общины, и было много народу пришло тогда. Вот, ну, немного, но было много людей, тех, вот, которые уже ушли, и их пригласили. И много. Не все пришли, конечно. Это что-то у тебя потеряет. Ну, я понимаю, что... Вот те, которых я не знаю, они пришли. Я так думаю, я не знаю, как это... Ну, у нас здесь в Потеряевке больше возможностей пригласить. Я могу там и 150 пригласить. И есть где и в храме, и есть где и с ними иметь общение, и, как говорится, угостить есть. Здесь мы такой возможности не имеем. Поэтому я и так уже особо-то и пригласить. Пригласить, значит, гостей надо, ну, как-то, говорится... Барашка, ягняшка. Да. Приветесь. Я пригласил гостей, а не просто пригласил посмотреть это. Побеседовать, посидеть. У нас даже все сели, вот наши все сели. Представьте, гостей, если будет человек 20, еще даже и сесть-то негде будет. Нет, негде не бирать надо. Но поэтому в следующий раз, в следующее воскресенье, тогда об этом поговорим, как это сделать, обсудим, что можно. Все. Миром Божьим, да. Братишка, просто принесите, пожалуйста. Просто не принес. Нет. Никита, идем. Никита, сходи там, возьми, они стоят на этом. Принеси. Что хочешь, что ли? Да сейчас придет он. Принеси. Я просто принеси. Принеси. Не слышу. Что там не одеваешь? Да что тут у нас? Кто будет вести? Давай, Сережа. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение, Сергей Павлович. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 2 глава, 13 стих. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань! Возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Толкование. Вот для чего Бог попустил деве быть обрученной. Здесь видно, что это сделал Бог, дабы Иосиф внимательно заботился о ней. Бежит Господь, дабы уверовали, что Он и истинный человек. Ибо если бы он, попавший в руки Ирода, не был убит, то подумали бы, что он воплотился призрачно. Бежит во Египет, дабы осветить и его. Особенно два места были гнездом всякого нечестия – Вавилон и Египет.
Итак, от Вавилона он принял поклонение через волхвов, а Египет осветил собственным присутствием. Будь там до тех пор, пока не получишь повеление от Бога. И мы ничего не должны делать без воли Божией. Заметь безумие человека, желающего взять верх над волею Божию. Ибо если родившийся не от Бога, то чего боится? Если же от Бога, то как может погубить его? 14-15 стихи. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Толкование. Иудеи говорят, что это сказано было о народе, изведенном из Египта Моисеем. Отвечаем, о народе это сказано прообразовательно, а истина исполнилась на Христе. При том же, кто есть Сын Божий? Уже ли народ, поклонявшийся идолу Ваалфигору и истуканам, или истинный Сын Божий, творивший чудеса? 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Как фараону Бог посмеялся через Моисея, так Ироду посмеялся через волхвов, так как оба они, Ирод и фараон, были детоубийцы. Фараон, потому что убивал в Египте еврейских детей мужеского пола, а Ирод, потому что избил детей вифлеемских. Разгневался на волков за то, что презрели его и не возвестили ему о родившемся царе, которого он хотел открыть и умертвить. Посему и велел избить всех младенцев, дабы вместе с ними убить и помазанного. Для чего же попущено избиение младенцев? Для того, чтобы обнаружилась злоба Ирода. Притом младенцы не погибли, но сподобились великих даров. Ибо всякий, терпящий здесь зло, терпит или для оставления грехов, или для умножения венцов. Так и сии дети больше увенчаны будут. Евангелие от Матфея, 2 глава, 17-18 стихи. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Толкование. Дабы кто не подумал, что избиение младенцев случилось без воли Бога, показывает, что он знал это наперед и предсказал. Рама занимала возвышенное место в Палестине, как и самое название ее означает «высокое», и досталась в удел колену Вениаминову. Вениамин же был сын Рахиля, а Рахиль погребена в Вифлееме. Пророк называет Вифлеем Рахилью, потому что она погребена была в нем. Плач и рыдания были слышны в раме, то есть на высоте, говорит далее пророк, Рахиль, то есть Вифлеем. 19-20 стихи. По смерти же Ирода, се ангел Господень, во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Толкование. Горькую притчу имел Ирод. Он изверг всю нечестивую душу, быв поражен горячкою, болью в животе, водяную в ногах, гниением тайного члена, порождавшим червей одышкою, трясением тела и судорогами. Не говорит «беги», но «иди», потому что страха уже не было. С 20 по 23 стихи. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Толкование. Ирод оставил 3 сыновей.
Филиппа, Антипу и Архилая. Архилая назначили царем, а против тетрархами, четверовластниками. Иосиф убоялся идти в землю Архилая, то есть в Иудею, потому что Архилай подобен был отцу своему. Галилея была земля не израильская, а языческая, посему иудеи смотрели на ее жителей с омерзением. Как же Лука говорит, что Господь пришел в Назарет спустя 40 дней по рождении, то есть после того, как принят был Симеоном, а Матфей здесь говорит, что он пришел в Назарет по возвращении из Египта. Зная, что Лука сказал о том, о чем умолчал Матфей. Лука говорит, что Господь, проведший по рождении своем 40 дней, пришел в Назарет. А Матфей повествует о том, что было между сим временем. То есть Господь бежал в Египет и потом из Египта возвратился в Назарет. Итак, они не противоречат друг другу. Лука говорит о прибытии в Назарет из Вифлеема, а Матфей о возвращении в Назарет из Египта. Он Назареем наречется. Какой пророк говорил о сем? Этого не находим ныне, ибо по нерождению евреев по причине частых пленений много пророческих книг погибло. Впрочем, может быть, это пророчество известно было иудеям и по преданию. Назарей значит освященный. Поскольку же Христос свят, то прилично назывался и Назареем, ибо святым Израилевым Господь называется у многих пророков. Господу нашему слава, повеки веков. Так, вопросы по толкованию. Что-то кому-то непонятно. Все понятно, да? Для чего Господь попускает убивать? Ну, младенцы погибают, бывает, ни на чем. Но это на все воля Божья. Да. Тань, наши страдающие и болящие. Ну, и те же боли вот у нас неделю болеет за кулинарию. И вот тревожит место. Кашляет очень сильно, да. Точно так же. Вот обязательно, чтобы сходил к врачу. Ну, все, у него грудного. Все остальные-то. Ага. Ну, это, маму мою положили в больницу, ага. Будут делать не операцию, а радио какое-то, радио... Исследование. Нет, не исследование. Короче, вот эту опухоль, которую нашли у нее, 5-сантиметровую, ага. Будут радиолучами какими-то. Облучать его. Понятно. Как радиотерапия, да? Да, есть такое. Именно радио. Да, слово там радио. Да, да, да. И говорит, засыхает это вот эта опухоль, по идее, должна засохнуть. А дальше они говорят, а дальше посмотрим. Ну, то есть я так понимаю, что она слишком большая и задевает позвоночник даже. И поэтому они говорят, мы делать не будем, потому что у вас ноги отнимутся, или вам речь может отняться, руки. Короче, сами не знают, что может быть. Защемить нервы. Да, а что такое и почему, не могу только сказать. Но, скорее всего, 100%, что это онкология, они не могут вообще. Никто ничего не подтвердило, что это онкология. Ну, то есть, пока что самое плохое, что это большая опухоль. Вот так в неудобном месте, да. Между желудком и позвоночником. Ясно. Вот так. Ну там еще и всякие женские органы. Будем молиться, да. Особое внимание. Сказали, 5-й и 4-й позвонки, вот если что-то говорит. Угу. Вот, ну низко, низковато, понятно. Короче. Поясничный. Где-то в районе поясницы, да? Понятно. Да. Грудной заканчивается. Да. Особенно надо обращать внимание на кашель. Я вот сам перенес это месяц. То есть кое-как, уже думал, что все, уже не выживу. То есть серьезно, 3 раза только флюорографию делали, подряд причем. Светят и светят, она ждет, вот сколько дней, я говорю, 2 дня назад, 3-й день, ну ладно, давай. Поскольку, ну, жить маленько осталось, давай, просветят, чтобы светить. 1 раз рентген делали. То есть вот всего 4 раза меня всего там просветили, сейчас прям свет можно, думаю, не включать. Как у младенца, сказали? Как у младенца, да. Жить будешь, но, может быть, недолго. Вот, поэтому кашель очень серьезный. Я думал, что все там, все выворачивает. Поэтому вот обращайте внимание, особенно в молитвах. Особенно в молитвах. Лекарства, не столько лекарства, сколько
вот молитву. Я уже думал, все там вот. Но молиться очень хорошо и легко в таком состоянии. Да. То есть ни о чем уже не думаешь, только чтобы тебе не попасть куда-то в бочку со скипидаром туда. Вниз. Вот. Ну, то есть желание было такое. Что, выворачивает такое. Прям, да? Кашля. То есть такое впечатление, я думал, у меня вообще отрываются бронхи. У меня был, ну, бронхит, да, вот тут сверху. И у меня там что-то вот, ну, клокотало. Я думал, что у меня там жижа какая-то, вода. Ну, то есть это все уже, все прошло, слава Богу. Сейчас опять баня, снег. Будем выдавливать этого больного демона из себя. Игнат Тихонович, вам слово, пожалуйста. Ну, ты все равно, брат, как-то поменьше времени только. Ну, быстренько. У меня было два раза так, да. Здесь, я помню. Я спрошу, только Никита здесь сидел, куда он делся? Кто сидел? Я должен быть рядом, я с ним буду тут. А, Никита сейчас. Батюшка уехал. Ну куда-то выскочил. Его позвал в этот самый Алексей Загуляев его позвал. А, ну все тогда, все. Тогда увез с собой. Я спросил, ты вернешься? Он говорит, да. Ну он пошел батюшке за просфорами, а тут потом все. Понимаете, я глядел отсюда, вот от, как назовем, около батюшки, там бурочек. И Алексей все время там стоял, маялся, то засмеется, то выйдет. То есть им это не нужно абсолютно. И мало того, он идет, еще кого-то надо зацепить. Мы еще не видим ничего разве. Ведь это не за один день строится-то. А батюшка еще не уехал даже. И Главов пошел сейчас, я ему сказал, будь здесь. Первый раз он пришел сюда, после армии. Очень важные вопросы, без него даже решить не могу. А их надо сегодня решить. Уехал? Конечно. Ну, если Алексей позвал, все, значит, уехали. Значит, Натальи нету, все. Они не заходили. Ну, Наталья заходила. Уехал. Куда он уехал? Он живет-то у тебя? Или остановился? Чего у меня там? Где? Я вчера спросил, он у Натальи живет. Остановился у тебя, говорит. У Алексея. Кто, Никита? Я не знаю, кто это такой сказал. Нет, Никита, что ли, живет? Никита. Никита у Алексея Загуляева живет. Да, ладно, как он там войдет в машину, там, уже батюшка Виктор Андреевич. Где батюшка? Батюшка здесь. Уехал. Они все-таки где это? Анфиса другие. Анфиса поехала к Любе в больницу. В больницу к Любе поехали. Позже нельзя. Но потом нельзя поехать. Можно. Именно любой повод найти. Хоть в космос лететь, хоть куда, лишь бы не быть на собрании. Она нужна, я сегодня с ней говорил только. Кажется, поставить на учет. К Никите вопрос. Ну, я скажу, ну, силы той не имеет, чтобы он был здесь. Первый вопрос такой. До армии брился или нет? Я не могу ответить. В армии брился или нет? Я тоже не могу ответить. Ну, он-то мог бы ответить. Теперь, когда ты вернулся из армии, сегодня тебя за ворота в армию военные выпустили, и ты домой, после этого брился или нет? А за этим-то стоит многое. И за этим так многое, что Давид, когда это узнал, даже не запустил домой. Каждый, может, семья, это послы, взрослые дядьки. Идите и сидите не в каком-то городе Иерихоне проклятом. Игнат Ильич, то, что он брился в армии, это понятно. Остальное все уже мелочи. Непонятно. Что непонятно? Непонятно? Да ладно. У нас Виктор Николаевич Савченко был, не брился. Вот, все единственное. Сколько угодно. У баптистов, говорит, не бреются, и которые там такие молодые держатся. Мы понимаем, но он брился, что тут говорить, что тебе сделаешь? Понимаете, сказал, мне нужно его слово. Теперь, когда он вернулся, теперь он подвластный, я не могу понять, что у него вот это. Ну, у него это, вот это все, что есть, о чем он говорит. Или нет после армии? Ну, нет, конечно. Нет, не видно же, что... Или нет? Ну, так он с отцом рядом живет и с матерью. Ну, простые вопросы не могу задать. Почему? Вот в алтарь входит. Если он бреется, он должен тогда шанами выходить. Вот вопрос-то дальше стоит. Это наши правила. Вы помните, если мы только отпустим это все, ничего не будет, здесь делать нечего. Идея там, говорится, на любой шалман пьяный вагон. Да не бритый он, Игнатий Тихонович. Он не сейчас бритый. Не бритый 100%. У него такая борода. Дай Бог. Мы молились и молимся за него. Конечно. У него рыженькая. Я же выводы не делаю. Я грешу, чтобы надо смотреть. Дальше. В прошлый раз на Рождество к нам приходил человек. Молодой человек здесь сидел. Я спрашиваю, кто его привел? Ты? Ну вот. Как его звать? Тимур зовут. Тимур. Слышите? Как, Сережа, Тимур. 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 Тимур.
Тамерлан. Ну не Тамерлан, он Тимур. Да, мы ознакомились с нашими правилами. То есть он внешне вот это ознакомился, он нигде не нарушил. Но у нас правила есть, не написанные, но мы его всегда поддерживались. И оно нам дорого обходится, правило. Мы здесь взяли по высшей шкале, никого к себе не приглашать. Он просится, тогда разрешение спросите, принеси. И он пришел, он не нарушил нигде. Если он нарушил, то виноваты мы. А правило такое, чтобы вы знали. Вы знаете, 10 июня мне будет ровно 80, на 9 десяток пойдет. Я прощаюсь несколько раз, даю вам завещание. Первое, если скажут только одно завещание, тогда то никогда не быть членами Московской Патриархии. Никогда. Ролик за роликом идут, что они сейчас там делают, друг друга поедают. Вы маленько посмотрите. И что интересно, митрополиты сидят, крестятся вот так вот, куда-то сюда, не задевают. И Варфоломей сидит, вот сюда вот, и вот это вот сюда. Да. Это колдовской перевернутый крест. Это в законе Божьем Слободского все написано. Ну, крест, половина он, которая, руки растянут, это половина, то есть вниз, вертикально больше, чем та верхняя. Это. Здесь наоборот перевернут. Это не просто так. Это нам кажется все просто. Почему? Сатана глаза заляпал. В мире есть разные сигналы. Вот заметьте, шестиконечная звезда, пятиконечная. Скажите, если вы жили не пьяные, вы видели пятиконечную звезду, они не рисуют ни с какими набалдажниками. Никогда. На каждой звезде у милиционера, в армии, на пилотке, на могилах пятиконечная звезда. Когда она маленько шире вот так, это военная, то, только, но она звезда. Если вы видели, у Гитлера был знак. Свастика. Свастика. То этот знак был распространен в миллионных тиражах и ни одного искажения. Сатана блюдет над своими знаками. У нас крест, батюшка выходит ризы, когда у него, это сегодня такая, на ризе. Ни одного креста нет правильно. Вот так вот поперечина, а на конце набалдажник, а на набалдажнике еще цветок разветвленный. Кто это сделал? Там креста нету никакого. Крест это вот крест. Крест бывает четырехконечный. Шестиконечный, когда нижней половины нет вот этой поперечины, или восьмиконечный. Вот такое вот, чтобы ничего нигде не было. На резе у батюшки посчитай сколько, 74, допустим, креста и ни одного правильного. Нам что непонятно-то? То есть мы не радеем, мы не ревнуем о деле Божьем, что оно было не заляпанной грязью. Это сатана сделал. И Софьин его пускает. Вот повторяю, это, у вот старообрядцев ни одного ломаного креста нет. На храмах везде вот такие кресты. Я подошел на Покровском соборе, вот так поперечина, дальше поперечина, на концах вот так, кверху еще приляпано, а там наверху еще, я посчитал, 18 концов. 18 это 3 шестерки. Иди скажи, что тебе. Это даже придумать нельзя. И они его крутили, выкрутили. Зачем? Когда простой крест, вот он какой есть. Я сегодня этой девице говорю, юбка выше, ну, до колен, только едва прикрывает. Наденется здесь, красота смотреть. Выходит, сразу переоделась и пошла. Повторяю, ни одна мусульманка этого не делает. Называется мимикрия. Вы знаете, что за этим идет? Вот объявление, я читаю в газете. Прохожу мимо милиции, объявления висят. Девочка 15 лет вышла из дома в 4:40, днем пошла. Тут она где-то была, ее нет нигде. Ее никогда не найдут. Я зашел в милицию, спрашиваю, и я вижу, это уже второе висит. Он говорит, второе, вы не знаете, сколько потерялось? Я говорю, нет, примерно 50 тысяч. Тысяч! Я спрашиваю, а в Китае сколько потерялось? У мусульман сколько потерялось? Нас они ошарашивают ответом, нуль! А почему? А там не играют. Вот показывают, стоят в очередь молодежь на коленках, наркотики у них были. И китайский стоит воин, один, второй, третий, пык-пык-пык, все, прокинулись, нету. Они не умеют лечить людей, оказывается. А то китайская медицина. Так они там еще неделю валяются, смотрели, ходили рядом. Я говорю никому-то, которые мне родные и близкие люди. Ты вот так одеваешься, ты делаешься добычей зверя. Христианам не нужно, одевайтесь, как прилично святым написано. Прилично святым. Ну ты можешь вообразить как? А ты знаешь, был один такой правитель, говорит, мы поднимем подол на голову. Кому? Кто? Булгакасы. Есть такой Троцкий, а есть Троицкий. Троицкий они быстро переделали в Троцкого. Мы, матушке России, поднимем подол. Кто? Каганович говорит.
Троцкий, они подхватили очень сильное выражение. Матушка Россия, женского рода, мы ее подол-то поднимем на голову. Они подняли его? Подняли. Никита, три вопроса. Спаси Христос, что ты вернулся. Ну, прямо. Точно мы ответили так, или нет? До армии ты брился? Он что-то делал. Нет. Нет. В армии брился? Почему? Все. Проблемы из-за этого были. А что за слово проблема? Ты где он взял такое слово? Его не было ни в Писании, нигде. Я его ненавижу. Есть нерешенный вопрос. Ну, можно. Так, еще тебе было за это? Да ничего за это не было. Виктор Николаевич Савченко служил. У меня знакомые, которые ни один волосинки не тронули. И они вернулись. При хорошем счете. Я был не где-то в строго режимном лагере. Его называли лагерь смерти. Да, меня брили. Брили только как? Ну, насильно. Здесь начальник тюрьмы, мне знакомый полковник. Обычно приговор вынесли. Я подаю там опровержение, протест. Если оттуда пришел ответ, что все оставить в силе, меня сразу должны обрить. А здесь начальник, Соломин Александр Семенович, говорит, я тебя отправлю так с бородой, но дальше я не властен. И я с бородой среди заключенных один был. На этапах, в других тюрьмах. Но вот меня привезли в наш лагерь. Там, где мне быть, Жанаташа, Жамбульская область, Казахская ССР. Я не могу так. Начальник говорит, и я не могу, у меня устав должны быть все. Я говорю, делайте, что хотите. Опустил руки. Меня привезли где-то в Фризетава, где бреют. В это время там чеченец один. И он, а я простынь, я говорю, то мне сохраните. Да, принесли простынь. Это вообще льгота. На простынь. Я сижу на стуле, борода тут будет. Чеченец подошел, я гляжу, у него так вот руки трясутся. А молодой парень. Он говорит, я боюсь, берите. Меня Аллах накажет. Я говорю, не накажет. Ты подвластный. Делай, что положено. Пришел начальник политчасти. Представьте, какая честь узнику, каторжнику. Стоят. Они, он начинал у меня брить, борода моя валится, а я сижу вот так вот, слезы текут. Я их потихоньку собрал, с разрешением в платочек, теперь у меня две бороды. Но я не... Теперь проходит месяц или неделя, надо брить, а я нет, в бане. Ну вы что будете делать? Ничего я не буду делать. Ну так же нельзя, нельзя. Тебя посадят. Садят, пускай. Но делать... Сопротивляться я не могу. Да понятно. Вот у него... Завалит. Дед у тебя кто? Родной дед. Родной дед твой. По фамилию кто тебе дал-то? Устинов. А? Устинов. Устинов. Как его звали, деда твоего? Владимир. Да нет, это звали... Это прадик. Вы про прадеда. А у него отец кто? Прадед это уже. Прадед кто? Послушайте, Александр Иванович Устинов, родоначальник вашей фамилии идет. Запомни это дело. Это герой веры. Вы знаете, у Сталина было два любимых маршала. И он говорил, так, маршал, говори, по имени, отчеству он только двоих называл. Шапошник. Кого? Жукова. Жуков Георгий Константинович и Шапошник. Прокосовский Константин Константинович. Не Жукова, это единственный человек, который со Сталиным, коротко сказать, спорил в глаза. Вот решили делать прорыв. Ну везде движется, вот, уже дальше на запад пошли войска. А посередине не могут центральные... Товарищ Жуков. Ну, у Сталина сидят, рассуждают, как делать. Главное собрать все войска и ударить в одном деле там. Вот пять фронтов. Пять фронтов в одном месте. И только один человек не согласен. Сталин говорит, а почему? Он говорит, надо разделить. Так, так не делается. А то распыленная сила. Он говорит, разделить надо. Почему ты споришь? Потому что я прав. Сталин посидел, на волоске повисла его биография. Он до этого как быть здесь? Он сидел в лагере, его оттуда вызволили. Попросил Жуков другие, отдайте его. Война началась. Рокоссовский, поляк. На волоске повисла, говорит, его жизнь. Сталин, выйди в другую комнату, подумай. А думать было о чем? Жизнь, жена, дети, поляк. Все вернется чистый на прежнее. Поляк. Он вернулся, поляк. Ну и как? Знаете, я еще раз хочу сказать. Там нас не ожидают и здесь не ожидают. Мы с двух концов, мы здесь замкнем кольцо. Это будут наши котле сидеть здесь. Что ты выдумываешь? Там Жуков и все не согласны. Иди еще думай. Это единственный случай, когда человек так отстаивал свои права. А он генерал армии. Вернулся. Ну что? Делать, как я говорю. Сталин подумал, ну сидит-то маршал-то не один. Генерала армии тут цело. Делать, как он сказал. Для всех это было шок. Сталин на поводу одного человека. И когда пошли, полная победа. И все до одного согласились. Если бы было по-нашему, было бы поражение. И Сталин сразу присвоил маршала ему.
маршал и Константин Константинович. У него главный по связи, там как назывались тогда, радиотехники или кто, это его дед, прадед. Его, я поэтому про него знаю сколько, у него главная задача была во время войны. О чем сложить это сбережение человека? Жуков не важно, это мясник, говорит, мясник. Он только на Берлине на одном положил 450 тысяч. Да. А все думали домой пойти, до Берлина дошли. А этот нет. Десятки раз, говорит, вымери, чтобы лишний солдат не погиб. Его как отца родного все любили. И у него служил твой отец, будущий коммунистом. Этот, и отец, говорю, этот, прадед. А с прадедом твоим мы были самые близкие друзья. Он ко мне приезжал, я у него был. Он меня переманул с Новосибирска в Искитим, Олега Кашевого 7. Я говорю, зашел, а у него свои где сидеть, а где спать? Показывает кровать. А кто до нее спал? Я говорю, я. А где ты? Я на полу. Кто бы ни приехал, где бы ни был, ни одного богослужения не пропустит. 60 километров до Новосибирска. Там еще пересадка надо на электричке. Это его прадед. К какому корню ты принадлежишь, отрок? Помянуй об этом. Не было ни одного дела, где бы он не был задействован, Александр Иванович Устинов. Это молитвенник. Молитвенник в самом высоком смысле. Ни одной должности, наверное, не было, которую он не взял так-то. Токарь высшего разряда, лекальщик, там, заказчик. В нем души не чаяли. Автобусы стоят, говорит, чуть не автопарк. Брошено. Поднимет все на ноги. 10 детей. Держит коров. Свой сад. Огород. Его не знали чем. Капуста вот такая раса. Не китайскими удобрениями. Кто-то ночью пришел, лопатой все изрубил у него. Ну, иногда он, правда... Один подошел, давай его забором таскать на работе. Да что ты молчишь, никак. Он, давай тогда, да бог ваш, я видал. А он очень сильный боксер. Он, ну, токарный станок, вот такой пример идет. Он как один раз ударил, он через станок перелетел, упал и не знает, куда идти. Это твой прадед. Так, Игнатий Ильич, он чем теперь поможет-то вам уже? Я сейчас дальше. Да, ну понятно. Ты он же в армию-то служил. С тебя спрос особый. Чего вы его теперь? У кого служил? Надо было раньше. И он говорит, соединяю где-то, Александр Иванович. А мины, говорит, как картошку кто садит. Там мина, там. Ему ни один осколок не тронул. А потом, когда он вернулся, а он вернулся с фронта живой, уверовал. И была за ним одна вина, он распространил, где-то кому-то дал посчитать протоколы сионских мудрецов. И его судили. Первый заместитель Берии присутствовал. И приговорили к расстрелу. И сразу, ну понял, что? Подумали, ну что понял? Я иду ко Христу. Это вы не поняли. Я рассказываю, как он там сидел. Так, ну написать надо, ну, помилование. Какое помилование? Я к этому шел всю войну. Я хочу быть расстрелянным. Вот это герой настоящий. И они сами подали апелляцию. Ему заменили 25, 5 ссылка. И 5 поражений в правах. 35. Намурник. Но прошло 2 года 4 месяца, говорит, это дикое животное в Кремле скопытилось, 53-й год. А он освобожден и реабилитирован. Это твой прадед. Аллилуйя. С какой стороны не возьмем прадед? Господу. Но у него в доме, когда я явился, не было даже Нового Завета. Я ему подарил. Помни это. Отсюда у отца появилось Евангелие. У деда у твоего и у тебя. Будь достоин. Когда вернулся ты из армии, ты там мог сопротивляться. Его когда арестовали, он не дает бороду. Они, говорит, шестером оторвали ему бороду. 6 человек, говорит. Они там диван и диваном, который вот это, сам начал садятся-то, зажали его, туда руку засунули, и там его держали его руки-ноги и бороду с него снимали. И когда его, вот один из моментов, если ты попал туда, то ты будешь делать, что скажут. Ему это сказал, он говорит, нет, я буду делать, что мой Бог говорит. А что тебе Бог говорит? А его ценят, потому что на нем там бригада держится. Праздник будет божественный, чтобы меня не трогали. Как не трогали? Я сказал, не трогали, я не пойду. А на другой день ты давай мне, я тебе 2 нормы дам. В 2 смены буду работать, Пасху я работать не буду, Рождество не буду. И все праздники он знает где-то. Вот так вести, чтобы сидя в тюрьме, я больше ни от кого не слыхал. Начальник вызвал его тюрьмы и начал издеваться. Вы, вас кормить надо как паразит. Он говорит, гражданин начальник, это ты паразит, сидишь, штаны протираешь. Мозги нам пудришь здесь. Я работаю. А там был у них еврей. И еврей подошел, и за ним что-то числилось такое, как бы слышал, видел. Он говорит, я сон видел, Александр Иванович.
А ты как сны тебе Бог открывает? Да, открывает. Я, говорит, видел облако. Из-за облака булава. Потом меч и копье. А потом ушло все. Он постоял так, посмотрел на меня и говорит, так тебя освобождают. Почему? Не знаю. Через 3 дня ты будешь на свободе. Какой 3 дня? Мне 25. Четвертак. Пойдешь домой. Но события, которые говорят о войне, это война. При твоей жизни они не случатся. Но вскоре после тебя будут. Я говорю, а этого никто не знает. Через 3 дня его вызывают, документы в руки. И до свидания. Чудо. Ты хорошего корня, юноша. Держись этого. Я гляжу, ты в алтарь сегодня зашел. Бритвы не прикасайся. Коснешься бритвы, это твое право. Ты будешь стоять соглашенными и ничего не выиграешь. Не любите мира, ни того, что в мире. Это я вступление сделал. Я посмотрел рождественский концерт в Потеряевке. Ну, там народу меньше, поэтому... Тут у нас где, я не вижу. Вот Надежда Александровна, она тут все это режиссуру составила там, как надо. Такие артисты у нас. А там просто поют 7 девиц. Давыдовы там были девушки. У одной локти у кого-то, вот так вот, голая рука. Это рождественская. Дальше. У другой стоит подол до колен. И у всех голова вот так вот. По старобрядчески. У них, если она девушка, она, вот где у нас сегодня поводник, нижний, вот это нету, а волосы торчат, то она сбегает дальше, хоть дальше размера нету никакого. На каком основании? А они девушки. И я взял, написал, и послал Лене, и вчера батюшке по пунктам провел, батюшка не возразил. Нет, это 11 глава, 1 послание к Коринфянам. Если жена не покрывает волосы, что с ней дальше? Так она не жена, а кто она? Ну, она девица. Нигде нет. Там написано «всякая жена, всякая». Ну, а мы наставим, что это речь идет замуже, не замуже. Ладно, запиши. Замуже, не замуже, в скобках придумали старообрядцы. Запиши. Нет этого в Библии. А рядом написано «муж», точка запятой, это одно предложение. Но если всякий муж, а он кто муж? Парень или женатый? Все тупик. Если парень, а он парень до 30-40 лет, он имеет право быть без головного убора. А с головным убором в церкви. Все. А теперь она девица. Зачем девица? Сигналит, я не замужем. Смотрите, лампочка мигает. Кто зашел-то? Я не замужем, не замужем, не замужем. Не пройди мимо, избери меня, избери меня. Это лампочка. Но она не вышла замуж. Какими-то причинами не вышла. Она дева осталась. Ей 30 лет, дева 60-90. А когда платок она наденет правильно? Да никогда. Но она дева. Она теперь у старобрядцев, я смотрю, твой родственник теперь он уже женится. И она стоит под венцом, в Барнауле венчает, отец Никола, и голова вот так открыта. Она девица. Притом священник должен знать, Златоуст говорит, знать. И венцы, если она не девственница, не надевать венцы. Венцы даются за победу, что сохранила девственность. А у него 5-я жена и надевает. Ну, это ранее так, как она девственница, поэтому и льгота. И он тоже король будет. Ну, он-то бродяга. Вот у мусульман так. Если ты блудяга, то должен брать такую же Б. Закон. А девица должна быть для того, который сохранил себя в девственности. Мусульмане это знают. У нас этих законов никаких нету. Не знаю, я не говорю, знаю, смотри, это нет или нет. Если муж, теперь они уже не знают, муж это женатый, не женатый, а он, юноша, не женился, просто не женился и все. 30, 60, 90. Значит, он может в шапке быть. И он будет что, нарушать дисциплину в святом старообрядческом храме. Говорить. Все, сели в лужу. Вот у нас, посмотри, как они одеты. Вот так должна быть та, которая на руках. Жена это женского пола. Вот, жена. Жена, это по-славянски. Жена, женой назвал Господь Богородицу, мать свою. Так она же жена или девственница? Присно Дева Мария. Он говорит, жена, все сын твой. Вот у нас абсолютно неуязвимо, когда надето. Притом мы не упрекаемся 2 миллиардами мусульман. Они заходят на свадьбу, бракосочетание было у Виктора Николаевича. Сколько там отзывов от мусульман. Да смотрите, невеста в хиджабе, сын с бородой. Она нас говорят, мы щурки. Вот настоящие русские. Этих мы уважаем. Этих людей мы не знаем, куда посадить. Это 2 миллиарда ты приобрел.
Я что, придумаю? Вот это правило держите. Теперь юноша пришел к нам. Тимур. Тимур, значит, не крещеный. Если бы он был крещеный, то Тимура нет. Он был бы Андреем, может быть, или Тимофеем. Да он не крещеный, он мусульманин, сказал. Так что вы спросите хоть... О чем с ним поговорили, хоть что так, узнали? Я не поговорил. Я думаю, кто привел, тот должен... Ну, я с ним вчера разговаривал, ну, я узнать, я, чтобы... Так, крещеный? Какой крещеный? Он мусульманин, еще вам раз говорю. Татарин. Я могу сказать, Игнатий Павлович. Я могу сказать, я его привела. Сейчас я закончу, ты подожди, мой маленький. У нас правило такое, не о нем речь идет. Если человек пришел, и ему понравилось, а пришел занятие, мы ему разрешили. Мы его предупредили. Ты пришел к нам, ты ничем не обязан. Но это мы разрешили завтра, если ты думаешь прийти, должен опять спроситься. Два раза ты должен спроситься. А потом ходить регулярно. Но если тебя вот раз в воскресенье нету, а потом второго воскресенья нету, а потом опять пришел, стоп, тут действует правило. Я, допустим, или наблюдатель, я староста, спрашиваю, а вы почему не были? Ну, я на даче был. Нет, так не пойдет. Мы заранее должны его предупредить, что если ты у нас не был, он говорит, а я к баптистам ходил. К баптистам? Это твое право. Воскресенье занято. Говорит, а я мусульманин, я ходил к мусульманам, я был там в мечети у них. Это твое. Но ни на даче не спал. Он говорит, я вот не был, не предупредил, не позвонил, и поэтому никаких претензий у нас нет. Знаете, какая свобода у нас? Он еще никто, но мы ему разрешили, он еще не нарушил. Я проповедую... Веду занятия в университете техническом. А там были администрация краевая, это, и уверовали два человека. Оба с бородами приходят. Один из центральной администрации, наш район здесь, и один с краевой администрации. И мы, я могу фамилии назвать, все. Они приходили здесь, сидели. Потом раз, нету одного, второго нету, неделю нету, месяц. А потом пришли. А где были? Нигде не были. Я говорю, а вы предупреждены были, да. И мы отказали, и их больше нету. Но это неправильно. Неправильно, это наш устав. Ничего неправильного в этом нет. Стартовая площадка. Быть ответственным в воскресный день. Ничего тут нет. Я прошу этого поддерживаться. Значит, один раз ничего, а другой раз, чтобы он знал. Он скажет, а я неделю ходил, я мусульманин. Пожалуйста, приходи к нам. Но чтобы день воскрес, он говорит, я не воскресенье, у них в пятницу был. Это считается за воскресенье. Вам понятно, о чем я говорю? Он никуда не ходит. Все, ответ есть. Никуда он никогда не ходил и не ходит. И я говорю, есть, я не о нем конкретно. Давайте о нем говорим, раз значит, с него начали. Так. Все остальное. Вы договорились. Вернувшись и выйдя за ворота армии, ты уже не брился. Да благослови тебя, брат Господь. Ты очень хорошего, плодовитого дерева. Будь достоин своего прадеда. Я рассказываю о герое веры. В прошлый раз я говорил помолиться, его звать Стив, это Степан Митчелл, у которого 14 детей, 7 свои, 10 свои, в Америке мы переписывались. Помолитесь еще раз. Да не раз, помолитесь. Потому что есть подозрение, что на этом нас кто-то разыгрывает. И подозрение такое. Как? С ним вчера только разговаривали по-английски, переписываемся. Но есть подозрение, что там другой человек. А его нельзя узнать, которая наша живет в Нью-Йорке, наша. Сегодня мы ночью с ней разговаривали, и ролик я к вечеру выставлю. Ее звать Лидия. Она меня ввела в круг Александра Мини. А такое бывает, вы знаете, называется радиоигры, войну были с немцами. Кто знает, что такое? Ну, допустим, поймали какого-то шпиона. Ну, его что? Ты с нами будешь сотрудничать? Буду. Он знает, так выходи, говори. Кого тебе прислать? Да так на неделю даже ко мне прислать человека, мы должны встретиться. Он уже все, он уже в НКВД работает, а те-то в адми... там-то не знают. Он стучит. Вариант дальше... Омега, посмотрите. А дальше ему говорят... Тут в окружении наша часть была, сейчас успели уйти в лес. Это примерно 1500 человек, немцы говорят. И он туда говорит, я нашел их, оттуда сигналит. В таком-то месте его там запеленговали, где действительно там, и они начинают сбрасывать. Он говорит, все получили, счастье, что сбросили продукты, медикаменты, попали в реку, никак. Они там тоже думают, забрасывают человека. Мы к вам посылаем человека, примет, хорошо.
Там его уже ждут, но ждут НКВДисты. Его обезоруживают, а тот с такой сотрудничать не буду. Ну, отвели же, стреляли, а он печатает азбукой Морзе, прям все это показано сегодня. И говорит, что его нету, там какая-то была облава. В воинстве счастья, видимо, он там погиб. Погиб и погиб. Эта игра продолжается до конца войны. Они их там грузы посылают, сбрасывают, а посылают никуда. Вот примерно вот эта радиоигра может случиться с нами. Но здесь очень трудно. Трудно. А почему? Молимся. Запомните это. Я ничего не знаю, но внутри вот такое состояние. Я вчера его сообщил в Нью-Йорк. Мы вместе начали молиться, я вас прошу. Его по-нашему звать Стефан. Стив. И уже с его женой говорили. И уже посылали мы что другое. Сейчас готовимся к книге, как бы, переводчика найти, начать переводить книги. Внутри меня, как тот хронометр стучит. Я начинаю молиться. Вот ко мне заходят однажды в интернет и говорят, мы Колесникова, Николай и Анна. Вот как крещина Николай и Анна. Мы хотели тут, и сыновья приехали, то там поставили теперь, и мы теперь ваши ролики смотрим, мы там узнали, там, мы там уверовали. Вы каждый день не могли бы выставлять, чтобы мы знали, как жизнь-то вести? События дня называется. А у меня все, что было те годы, я все абсолютно в архив и прячу, у меня ничего не пропадает. У меня набирается, допустим, 30 тысяч страниц книги, 30 тысяч. Я закрываю, открываю вторую, и они лежат мертвым грузом. До времени. А сегодня уже сообщили, могут из Америки приехать, начать фильм, снимать о моей биографии. Ее нельзя тут составить биографию. Такое может случиться. Но здесь, когда мы стали до конца докапываться, то увидели, не сходится, не состыкуется одно место, другое. По скайпу голос к голосу, ну, аппаратуры нету или еще что-то. И мы молимся. Молимся. И на молитве проверяем себя. И на молитве Бог дает. Тогда было так. Один зашел так же, а я такой-то. Мы приняли христианство, 32 чеченца, и мы хотим приехать в Потеряевку. Земля есть, дом есть? И эти точно так же спрашивают. Земля есть, а дома можно построить. Я стал молиться, и вот так вот. Стали расследовать. Там ничего нет. Там один человек это пишет, Савербек Алмазов. А когда его разоблачили, он такие гадости стал делать. Берет мою фотографию, голову отрезает, а там, где блудит, ее туда ставят. Да мало того, Надежда Васильевна это тоже. Ну, НАТО ни при чем-то. Но его предупредили, узнали, где живет, адрес, все. Никаких. Я тогда обратился в прокуратуру местную. Местная прокуратура ударила в Караганду, в Казахстан. И меня туда пришел ответ. Все, подчистую срезали. И больше нигде духу слуху нету. Понятно, то есть надо молиться. И что прям так Господь говорит, ничего я не слышал, не говорит, но сердце забеспокоилось. И все, да вы делаете неправильно вот на меня. Почему? Потому что вот так вот открытые объятия везде. И... А чем я, какую заповедь нарушил? Открытое объятие. Заповеди нет такой, чтобы нельзя обнимать человека. Время проходит, он не такой. А я остаюсь. Любите даже врагов. Любите и врагов. Так что помолитесь. По-нашему это Степан. Ты будешь молиться? Хорошо. Я найду среди вас ни одного человека. Помощника себе. В книге Ева написано, Бог дает печать на руку. Что это такое? И Бог дает на руку человеку печать. А какой печати? Когда говорят, да как это говорится, 660 лет, там начертание написано, печать слова нету. Здесь написано печати на руку. На руку. Книга Иова, одна из самых древних, она примерно на равных идет с бытием. Автор ее неизвестен. Но она каноническая книга перед Псалтырью. Бог полагает печать на руку. Кто видел эту печать хоть раз? Когда людям это открывается, а люди начали понимать, оказывается, это печать, где человек берется, там отпечаток оставляется. И поэтому отпечатку доходят. И когда заключенные сидят, они выжигают вот эти места, это называется дактилоскопия. А когда меня привезли в тюрьму, там пальцы машут специально такая, с выемками, и называется играть на рояле. Отпечатки. Несколько раз снимается, все пальцы.
И оказывается, находят иногда по ушной раковине, один слушал, дома или нет-то. И отпечаталось ухо и нашли. Одинаково везде. Так они запрещенные, вот он делает, размачивает, прижигает папиросами, а потом тщательно стирает кожу. Кожу всю до мяса. Чтобы только не было. Но к ужасу их, говорит, когда нарастает, все до одной черточки останутся на месте. К ужасу их. Бог положил на нас свою печать. Самая главная печать, и на ней написана любовь. Но любовь не бабушкина, как она с внуками, ешь больше, спи дольше. Любовь божественная. И вершина любви показана. Не люби врагов и прочее, а говорит, кто за ближнего отдаст душу свою. Это вершина всего. Нет больше той любви, кто душу положит за друзей своих. Вот об этом надо всегда виновать. Да, где-то ошибся человек, но любовь не потерял. Ну как это? Согрешил и не потерял? Не потерял. И два смертных греха сделал. Чужую жену занял, а мужа убил. Вы знаете, о ком речь? 50-й псалом. Вот тогда считайте 49-й псалом. И сколько потребовалось, и когда Нафан пришел, обличил, согрешил я, Бог простил. Мария Египетская, которая никого не убивала, только в первом грехе виновна была сама. 47 лет ходила по пустыне, не было уверенности. Мы евангельские христиане. А сколько? И Давид молится, 50-й псалом, два смертных греха, за которые его надо было убить по закону еврейскому. И написано, Духа твоего святаго не отними от меня. То есть, я на то говорит, и Дух Святой не отнят все еще. Он уже соглашенными стоит, все, Дух Святой не отнят. Давайте мыслить категориями Священного Писания. Сделал не так. Встань и иди. А если я снова дьявол соблазнит? Встань и иди. И сколько? Златоуст говорит, не ограничиваю. Но не поощряю ко греху. Человек виновен в том, что согрешил. Но грех прощается. Но есть грех, который не прощается. Не все веки, не в будущем. А что это такое? В котором нет покаяния. Вот это есть хулана Духа Святого. Дух Святой призывает, я тебе говорю, что Бог милующий, любовь, Он спасет тебя. Да как Бог простит? Да мне никогда. Да я похоли Духа Святого. Лежит на смертном одре. Священник пришел причащать, он не могу. Я совершил смертный грех. Ну ты раскаиваешься, раскаиваешься. Значит, ты не согрешил. Как не согрешил? Так раскаяния ты бы не было. Да вы что, батюшка, да я желаю. И вот Александр Иванович разговаривал с бесами. Есть агиасма такая, самая святая вода считается, перед крещением-то. И одна бесноватая женщина, она крещит, а он сзади молится. Это и он рассказывает. Новосибирская, тогда была, на Овражной у них был храм. Не хочу, не надо. Потом он на минутку бес отступает, и она, давай, пить, начинает. А Александр Иванович стоит и молится. Боишься, демон, как тебя жарит эта вода наша, святая. Выйди из нее. Ну, никто не знает про себя. Как служба закончилась, она повернулась к нему. Это Александр Иванович, он тебя нисколько не боится. Я говорю, так, я подумал, ну, посты не наруш... никакого поста никогда не нарушал. Молитва, правила, там ты, часовое. А вот, и все. И она сразу повернулась, она мысли даже знает, как Вольф Мессинг. И что? А ничего, я отошел, чтобы ты ко мне не вошел. Я рассказываю люди, какой образ жизни ведут. И вот как бывает, не ошибиться. Ты свои силы не переоцениваешь. Ты где-то заручись хорошими людьми, которые на один час тебя не будут оставлять. А далее позаботься о твоих сестрах. Юность беззаботная. Вот такой же юноша, мусульманин, интервью берут. У тебя мать, мать вдова моя, но если она будет мужа чужого приводить... За рыжу. 16 лет. Но если сестренка твоя будет где-то знакомая и прочее, он постоял маленько, посмотрел, за рыжу. Я не призываю к этому. На днях праздновали 175-летие одного шейха. Шейх это князь. Особым почетом пользуется у мусульман. И пар праздновали его в Чечне. Советую посмотреть. Мне сбросили, посмотрите, какие они дружные. И там, знаете, Мартанский район, там такой-то район. Ну, районов-то немного. И они как один мужчины.
У них где-то по кругу надо бежать, старики с такими бородами седые, и хлопают ладоши. Все как один, четыре ряда, и вот так круглят. Сидят, склонились, все одинаково. У нас здесь мы не можем собрание собрать. Он сам не идет и другого вытаскивает. Да. Она сама здесь никогда не сидит. И как только кончил богослужение, она уже кого-то туда утаскивает, кочегарку. А потом по три человека уходят. Мы никто против них. Ну так они неправильно. Подожди. Подожди. Господь будет судить. Я знаю, что кто не имеет сына, тот не имеет отца. Нет другого имени под небом. Но его чистая жизнь, она заставляет задуматься. Вот я говорю, Хаджи Мурата Толстого, когда там все разграбили, а старики пришли, пасека уничтожена, внука расстреляли, и они молятся, склонились и говорят: «О, Аллах, зачем эти люди живут?» Это о нас говорится. И все это на убийстве, они такие молодцы. Я занимался вместе с ними, играл в футбол, нападающим. И они всей своей когортой меня вышибли оттуда, защитники переставили. Ходили там, обнимались, а друг дружку заглядывали в глазки. Ингуши эти с чеченами. И вы мне тут сказки рассказываете о их великой дружбе. Так, назови, в каком месте какую сказку я рассказал? Сейчас. Так, о том... Игорь, спокойно, успокойся. Тихим, спокойным голосом. Скажи, какую сказку я рассказал про них? Между собой. Между собой. Они дружные между собой только на убийстве. Больше ни на чем. Они все борцы и боксеры. Да слушайте меня! Хватит рукой махать на меня. Не машите. Они все кикбоксеры, как этот Нурмагомедов. Или борцы, там у них тоже их хватает. Как один, все. У них никого нету, ни одного такого, как у нас, допустим, ну вот, брат Михаил, который ничем не занимается там. Ну там, кто там еще спортом не занимался? Ты занимался спортом? Ну, у них все занимаются двумя видами спорта. Двумя, запомните. Или бокс, кикбоксинг, или борьба. Все это потом переходит в их любимое братство. Они приходят и начинаются у них с обнимашек. Они друг дружку обнимаются, рахмун, рахмун, там поцелуют друг дружку, поцелуют, поцелуют. И у них они постоянно одни только разговоры. Как денег добыть? Как добыть? Кого на уши поставить? Кого развернуть, перевернуть, но не работать никак. Работать они никогда не будут. Они будут тебя только гнобить. Будут смотреть, и такие взгляды всегда волчьи. Так, а чего с него взять? И всегда это, всегда, запомните. И поэтому они, конечно, братство. Но когда их берут наши органы, все братство у них превращается сразу в зайчачество. Сразу они всех сдадут, кого надо, все. А так у них, конечно, у всех автоматы, гранаты, они все вооруженные. Подожди, запомните. Повтор идет. Мы бы сейчас тоже были братьями все. У нас тут пистолетов тут. Пойдем сейчас вон там поднимем кого-нибудь на уши. Деньжата будут. Так, Игорь Владимирович. А мы совсем на другом. Мы вот. Братья, давайте по одному. Христовы. Игорь, спокойно, подожди. Брат. Поэтому давай, не надо давай. Рассказывать об их великой почтительности. Я опровергаю ни одного слова твоего. Ну и хорошо. Хорошо, хоть спасся я этим. Но я-то говорю о другом. Они чего сидят... нам этими мусульманами все? Что так ревнуете? Так, не надо только мусульман ставить в пример великого братства человечества. Не надо. Еще раз. Перестаньте если меня это так не может, значит, действительно, что-то говорю правильно. А, конечно, уж. Как один говорит, я про вас столько плохого просчитал, я сразу понял, вы хороший человек. Так, я говорю о молитве. Они умеют 5 раз собираться, не убивают никого. Многие из них вообще не знают борьбу какую-то. Герои Советского Союза вернулись, и там показано, герой Советского Союза на фронте. Так вот, по порядку все районы, и показано, как они собираются вместе, никого не убивают. Какие они дружные, как они могут собраться. У нас же здесь мы не можем, даже вот помолился, и остановить его уже нельзя, он тебя шивет с дороги. Хороший человек при том. Речь идет... о том, какие они дружные. Мы можем это качество взять. Не опровергаю, да, это воинственная нация, то другое. Как этот Шамиль говорил, пока над ними не сверкнет шашка и 7 голов не срубишь, ни один не подчинится. Поэтому так с ними разговаривают. Я говорю о том, что намаз 5 раз в день. Это настоящие где страны. И 5 раз в день 10 тысяч входит в мечеть до упора набитых. Попал в Чечню. В советское время в Афганистане. Он принял ислам, его не убили. Женился, 2 ребятишек. Теперь приехал сюда, Костромская область. Сидит, выпей, Саша.
А я не Саша, я Мухаммад теперь. Ну ладно, Мухаммад, выпей. А у нас не пьют. Хорошее качество. Здесь ему не могли дать. Теперь он встал и говорит, что у меня, говорит, намаз. А там рядом холм, как вот я, у Шукшина, в Саровсках. И он с этим, ну, маленький такой у него коврик. И он пошел, встал и молится. Если они так ревнуют, а мы, зная истинного Бога, вообще утреннюю и вечернюю молитву не совершают. Я звоню, папа спит. А во сколько позвонить? Уже 7:00. А папа на работе. Между моими звонками было 20 минут. Он спит, и он на работе. А с ним маленький ребенок, показано, я в мечети у них молился. Я говорю, только о молитве, ты все сказал правильно, брат. Но это, мы можем взять доброе или нет? И вот они, Рамзан Ахматович Кадыров, он как ворота, он заслонил. ИГИЛ, сколько там шло, всех переломили. Установился мир или нет? Но мы должны это увидеть. Он единственный в стране Российской Федерации запретил аборты законом. Это как преступление уголовное. Никому это не надо. Можем взять это? Невозможно. Мы это видели. И вот сейчас в каждом районе эти старики по обряду положим их там по кругу идти. Они так сели, молятся, показывают другой район, следующий район. А один его прославляет, того же самого шейха. А рядом с ним где-то шейхом расстреляло русское правительство 300 человек их. Мы проехали 6 мусульманских республик. Кажется, 3 были в Чечне. Турцию прошли. Они работают. Это работники, которых у нас в стране не могут найти. Какой бы ни строили там стадион, их турок призывают туда. Это работники высочайшего класса. И как у них все там отстроено. Я не говорю о тех, которые не работают. Ты тоже правильно сказал. Лишь бы только на базаре стоять. Но именно работники. Они на базаре будут стоять. И как они работают? Заметь. У нас чем больше на ней нефти добывается, во всех странах, во Франции 66% берется налог. В России 13%. Мы можем этому правителю нашему сказать, то что ж делаете-то? Я слышал, скоро пенсия будет по 1 миллиону. Но поднимется пенсия, и на пенсию будет выходить 100 лет. И кто будет пенсионером, будет по 1 миллиону получать. Чего не по миллиарду? Еще удивляетесь? Ну, как за погибшего уже платить? Добавили. На диких, значит, добавили. Вот. 2 миллиона. И вот здесь у них только рождается в Дубае, там, или вот как было сейчас, разбомбили Ливан. Ребенок рождается. Сегодня пришел, ему сразу на счет переводят 47 тысяч долларов. Да ладно, ребенок родился опять. Они заботятся. Это можем мы взять для себя. А у нас так, родил ребенка, а куда ты нищету плодишь? У них этого не скажут. Ни одного аборта во всей стране. А тут за время перестройки 120 миллионов. Мы можем это взять? Да подожди ты. Притом в наше время люди живут. Одну картинку видел интересную. Мальчик русский, видимо, кучерявенький такой, ну, 2 года. И он вот так вот присел, а напротив его негритенок такой же. Тоже точно такой же, 2 года ему, ну 2,5. Хорошенький, ну у него все, а оба в сандалиях. И ноги, голова, все черное в этом. А русский на его там смотрит, а тебя что, из духовки забыли вытащить? Ну что такое, перегорел это все. А этот говорит, а тебя что, раньше времени вытащили? Вот тут надо на этом подумать. Кого-то нас долго держали, а кого-то мало. Точно. Чтобы у нас мысли просветились, а мы для Бога собрались сюда. Я быстренько, 2 минуты. Сейчас закончит, брат. Да. Ну ладно. Вы знаете, самый популярный богослов сегодня в России какой? Осипов Алексей Ильич. Осипов, конечно, Осипов. Я спрашиваю, а почему ты его избрал? А он все разрешает. 83 года, бритый и масонский галстук. А что разрешает? А посты не нужны. Женщина в брюках никакого значения не имеет. Мужчина бритый, но он сам бритый, он и требовать не может. То есть влияние на народ никакое, только разлагающее. Вы тоже смотрите, кого избирать учителями. Мы знаем Златоуста. Давайте на этом остановимся. А у нас как Златоуста считать, так я не знаю, считает ли до конца его. 2 минуты, глядишь, 3 минуты уже кончили. Вот. Народ устал. К нам приехал митрополит Сергий. Выходит Игорь Глушков и начинает считать. Я гляжу, батюшка волнуется. Выходит раз, другой, третий. Подошел к Игорю, не выдержал батюшка. И Игорь закрыл книгу. И это я так не оставил. Когда сели за стол, я задаю вопрос. А священники сидят в один ряд, такие славные, хорошие. Я говорю, скажите, вы архиерея вот этого почитаете?
архиерея. Конечно, посчитаем. Но рядом будет сидеть Златоуст. Вот сейчас предоставляется слово кому-то. Кому вы предоставите? Нашего ясничья спросили. Есть каноны, которые составили святые отцы. И есть указания современного архиерея. Кого нужно слушать? Он прямо ответил. Сегодняшнего архиерея. Вам ничего не понятно? У нас авторитет. Святая православная церковь первого века. Вот давайте туда смотреть. Я говорю, как же так? Вот архиерей бы сейчас вышел. Вот, владыка, вы не против, что если вам предоставится слово, говорит-то? Он сидит, да я что там скажу. Ну, предоставили. Вы один хотя бы прервете, батюшка. Ты прервешь его, нет? А Златоуст считает, ты прервал. Как это? Одно к одному подходит или нет? И батюшка, гляжу, сидит, голову опустил, а архиерей улыбается. Я говорю, не лицемерьте друг перед другом. Не бойтесь сказать правду. Пока еще можно сказать. Завтра некому будет говорить. Нас здесь растрясут очень быстро, одним махом. Богу нашему слава, вовеки. Аминь. Я хотел сказать, если тогда пример нам брать, то самый ближайший пример это у нас это казаки. Казаки этот пример тоже ниоткуда-нибудь взяли, а тоже взяли от этих самых мусульман. Потому что, когда была война на Кавказе, там была страшнейшая война, она длилась 80 лет, с перерывами даже больше. И почти всегда побеждали горцы, хотя их было в 10-20 раз меньше. Они чудеса героизма вытворяли. Ну и тогда пришлось смотреть генералам нашим, а в чем дело-то? А дело все в том, что у них настоящие мужики. А у нас, так там, эти крепостные и так далее. Тогда начали по-другому. Это как сейчас десантников на самые сложные операции бросают не простых там вот таких вот, как пацанов, которые послужили погоду там, а настоящих ребят, подготовленных уже и так далее, которые знают, что такое засадить ножичком, перерезать башка, и все сразу стало на свои места. Русские сразу начали побеждать, потому что туда запустили казаков. И Лермонтов как раз такой есть у нас, Юрий Михайлович. Михаил Юрьевич. Очень, оказывается, был мощный головорез. Не зря его, конечно, застрелили. Это был убийца из убийц. Он пользовался такой же популярностью, как у нас, ну, какой-нибудь разведчик. Ну, там, Кошка, там, во времена Севастопольской битвы. Или здесь вот разведчики такие, как Штирлиц, там. Такой, так вот, это он был такой же точно герой. Этот Юрий Лермонтов. Михаил Юрьевич. Поэтому, если брать у нас примеры с казаков, берите с казаков, они хоть были православные. Но! У них на это братство основано тоже на оружии. Все братства, самые великие ордена там и так далее, это все основано на оружии, но никак не на милосердии. Никак. На милосердии основать вот такое братство невозможно. Поэтому мы, братья, радуемся, вот я радуюсь, что нас хотя бы там раз-два и никого нету. И это будет так всегда. А сестры, у них сердца, как сказал Златоуст, да, мягче, глаза на мокром месте, и поэтому они смотрят и жалеют, как своих детей Христа. Мужик никогда Христа не пожалеет. По делам ему, по делам, такую мощь иметь. И вызвал бы 12 легионов ангелов, да и перебил всех, и все. И все бы сейчас были в братстве. А тут такое дело затеяли. Вспомните, Гошу нашего был, здесь афганец. Я ему рассказываю там все там о святых, и он потом, ну там, долго мы с ним разговаривали, о геройстве там и так далее. И он встал на одном из собраний и сказал, говорит, я теперь понял, в чем героизм человека. Не в том, чтобы пойти и убить кого-то, а в том, чтобы за истину говорить до тех пор, пока тебя не убьют. Я говорю, ты как ты так дошел? Вот по разговорам, вот как поступил Христос, положил живот свой за други своя, а у них... У казаков, у мусульман, у турок, у этих идолопоклонников негритянских, у них и там в Индонезии, у этих же там аборигенов, у них только одно. Я жену у другого отобрал, хорошо, у меня обратно эту жену и мою отобрали, плохо, все. Мне одну минуту. Так, Николаевич. На обследование, что-то у него внутри там, это какие-то глотать там, ну, что-то, чтобы помолились. Понял. Виктор Николаевич. Можно я? Минуту. Коротко. Одну минуту. Все вот говорили, единственное, много, что я вам хочу сказать. У меня работали два мусульманина. Эти два мусульманина, которые работали, они, ну как, все спокойно, быстро, за три дня все сделали. И
они поели, и я села отдельно, они уже делали. Я помолилась, и это, они засмеялись. И тут такой вот у нас диалог начался. И говорят, ну, как это вы там, что вот это. А один сидит, так развалился, а парень молодой на него. Ну-ка, пойдем работать, хватит, расселся. А он говорит, а что это она из себя воображает-то? Вон она. Что она себя воображает? Она говорит, мы-то что? Ты думаешь, что? Ты не знаешь, что ли? А я так смотрю, а что? Я должна знать. А он говорит, а ты знаешь, что мы здесь приехали сюда, привезли своих детей и маленьких из школы водим, и жен. Мы привезли для того, чтобы вас убивать. Придет время, мы должны вас убить. Это он не подумал, просто сказал. Ну, это он правду сказал. Это правда, но не подумал. Он просто был в возбуждении, потому что я молилась, и ему это не понравилось. Но я просто помолилась. Это сатана говорит. Это, да, из него вышел сатана. А так оно так и есть. Они с этими захватывают ассимилию. Все, братья, подведем резюме. Вот висит протокол собрания, здесь написано. Интернет. Это всемирная свалка разврата и растления. Фрештейн? А как же? Потом, мусульмане. Есть у меня свидетельство достоверных людей, которые были в мусульманских странах в начале 2000-х годов. Эмираты и прочее, все прошли, оттуда гоняли машины. Они видели, как живут эти самые мусульмане, которые, как вы говорите, шейхи, шмейхи и прочее. Вот это вот братья ихние. Да, у них не пьют, не курят. Ну, чтобы никто не видел, шторы задернул, пьет и курит. Все. И Аллах не видит через шторы. Поэтому восхищаться нужно только хорошим. Им единственное, что они друг за друга могут горло перерезать. Вот. И народцу. Еще такое. Будучи здесь в России, почему-то они все бегают за нашими молодыми красавицами. Да. Почему? Да. Потому что Тимуры там всякие, Руслана. Мне пятый десяток, какая молодая. Молодая, ты что? А мне седьмой. Ну что? К их девушке он так не подойдет, ему сразу же горло перережут. Ну может ее брать. А наши глупые, мягкотелые барышни падают на его расположение, он не жалеет деньги, то есть он ее покупает. У них это в крови, поэтому... Сильно так уж хорошие они, но когда спят, зубами к стенке. И подальше от нас. Поэтому, братья, хорошо, мы послушали. Спаси Христос. Спаси Христос, Игорю. Спаси Христос, брат, за краткий экскурс. Тебе спаси Христос. Этим казакам и прочее, и прочее. Но резать они умеют. Умеют. Они и на Украине резали, и где их только нет. Казаки тоже умеют, кстати. Умеют. Я тут познакомился, будучи один казак, он на рыбалке. И мы с ним познакомились. Ну, нормально. Все, давайте помолимся, да. Помолимся за Русланов, Тимуров и так далее. Да, за всех. Чтобы они все стали православными. Ну, никак не оставались мусульманами. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бог и Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва. Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спаси Христос. Когда Виктора Андреевича нет,
чтобы не ждали. Николай, чтобы вы ходили. Ну ладно. А кто знает? Я его постоянно. Лена, смотри, возьми. Не надо, хватает.